Доброго здравия всем. Приехали сегодня втроем на место, которое вот в крайнем видео было. Не знаю, выходило оно или не выходило еще пока. Попробуем повторить. В прошлый раз нашли первую монетку сразу же сигналом, и ничего нам не поперло. Сейчас втроем походим еще раз поподробнее. Ух ты! Слышали? Красиво. Втроем попробуем поподробнее уже походить. Может быть, куда-нибудь в кусты залезем, посмотрим. Масочки понадеваем. Сегодня жарко будет, что-то солнце начинает припекать, еще 9 утра нет. Вот. Ладненько, сейчас пойдем, будем смотреть. Смотреть будем. Такая красота у нас. Кто-то там ломится. Чумазик. Там ломанулся через весь, через пролесок. Ладно, идем туда. Вот помните, мы в прошлый раз ходили здесь, ходили, ничего не находили. Тут дуплетом выскакивают две пуги-гирьки у Виктора. Такая вот. Точно. Похоже серебро. Слушай, похоже на серебро. Смотрите. Тяжеленько. Ну да, то есть не люминька. Может и серебро. Ну, люминка это. Но это не этот, не. Угу. Не сплав. В смысле, такой. Нет, нет. Не это не ловянистый оброс. Не ловянист. Это... О, да. Я теперь слова начал забывать. Вот сейчас вам все цветные сигналы, блин, снимать буду, чтобы вы все знали. Каково это все? Жбонь! Так. Виктор залез вон туда сейчас, на само урочище, и принес пугу-гирьку. Ну это так, крупные люди где-то там жили. Почти же атланты. Не, красивая хреновина-то. Сколько, интересно, у нее вес-то? Ну я думаю, наверное, полпуда, что ли. Раньше-то все. Ну да. Пуды были какие-то. И это зачищать надо. Да и то, наверное, вряд ли найдешь уже. Не, снимется, если. Если ее опустить в этот, в нейтрализатор ржавчины. Ну, можно попробовать. Надо забрать такую вещь. Надо забрать, хорошая вещь-то. Сегодня пока. Вот это уже современное. А почему оно, видишь, не по-аглицки написано, по-моему. Откуда он тут взял? Чемпион какой-то. Это замок, походу, да? Да. Что-то типа. Откуда он здесь взялся? Очень много этих, как его там, израстцы, эти, печку-то. А, израстцы, да? Ну, да. Но оно не израстцы, они эти. А, чемпион. Леттер. Левер. То есть вот она улица шла, и вот смотри, и вот дорога, вот она уходила-то, вот, и вон туда уходила. И уходила, и не приходила. Так, поснимаем онлайн. Сигнал хорош. Хорош! Что будет? Интересно. Что же будет? Пишите в комментариях, что будет. Интересно. Первому угадавшему, если что-то интересное, отправим по почте. Бесплатно. Да легко. Что-то пипикает. Пишите в комментариях, а что, прикольно. Кто угадает, что это такое, вот прямо отправим. Ну, если, конечно, что-то такое интересное. Если, конечно, комментарий будет написан по-честному. А, ну да. Как это? Ну, ладно. Не хочу это сейчас ковыряться. У меня опять полные ногти. Ну, тут... Земли. Потом осыпется все. Либо так, либо так. Понеслась. Сверху откуда? И пином-то нет, не ткнуть-то. Так понятно, что надо. Разгребать, что его тык? Где разгребать? Верхушка, что ли? Вообще верховой. А, это жбонь. Я больше всем уверен. Хэ. Не жбонь. А? Монетос. Вот так. Вот ты, жбонь. Похоже. Понятно.
Интересно, что за монета? Прям шибко интересно. Что-то это такое. Что тут с охраном? Пипец. Опа. Это... То, что это... Сейчас. Медь. Это однозначно. Сейчас. Да, я помою. Да мыть-то что, я сейчас прочитать пытаюсь, что это такое. Ты давай помою, будешь читать. Александр это второй. То ли... Денежка. Денежка, по-моему. Денежка Александра Второго, скорее всего. Убитая насмерть. Да. Он самый. Но тут она умерла. Тут даже отправлять неинтересно. Да. Умерла так умерла. Ладно. Подошли сейчас. Очень похоже на дорогу. Похоже, только непонятно пока. И сигнал. Не чешуя. 33-й год. Копейка. Такая симпатичная. Сохран, кстати, хороший довольно здесь. Ну вот это точно похоже на дорогу, только каких непонятно. Это она ранняя или поздняя? 36-й год. Клещи есть, смотри-ка. Не ожидали, так что смотрите еще пока. Клещи есть. Я не ожидал. Я сейчас залез туда в лесок, но там эти, конечно, одолели сразу, и я вылез. Да это не вылез, ты выбежал. Выбежал, да. О, блядь, вот тут даже. Вон он ходит, улетел. 36-й годик. Не затем ехали. Ну ладно. Да, нашли штуковину, которой те люди, у которых большие пуговицы, эти пуговицы пришивали. Игла. Там даже веревка сохранилась, е-мое. Вот те самые пуговки. Вообще охренеть. Слушайте, а что это такая? Это хреновина-то подсказывает, я даже не знаю. Даже не шорная, это я не знаю. Да, конечно. Нашли вот такую хреновину. Как китайская монета, здоровая такая, 8-гранная. Но это не монета, нет, это какая-то накладочка, что ли. Да. Сегодня ж бонь продолжается. Как из ямки из нашей появился на свет. Хоть что-то имперское. Копеечка. 1854 год. Хлопаю. Ой, да, не густо здесь, не густо. Вообще не густо. А может, запаханное поле? Хрен его знает, блин. А когда их последний раз пахали? Даже не густо. Не знаешь, да? Ну, давно. То есть, я думаю, что не это. Не несколько. Вот где-то поля, где зерно-то, угу. Не в прошлом году копали, пахали точно. Ага. А вот здесь трава. Хрен его знает. Ладно. Вот Люба еще нашла, поднесла, пока мы сидим. Балду пинаем здесь. Серебром 42-го годика. Чего-то у тебя прям там маленькая, какая хабарность-то. Надо ему новую подогнать. Вон, видел, нашли хрень-то, Люб. Мы думали, это китайская монета. Думали, китайская монета сначала. Помнишь, такие с дырками-то? А. Да накладка какая-то, наверное. Накладка. Драночный гвоздь был. Бедный. Да, даже лучше, чем хороший, да. Ну, со штыка вон Фишер духнул. Ну, вот и говорят, вот, Фишер 11 нахрен. И не парьте мозги, кто спрашивает, блядь, какой прибор покупать, я извиняюсь за выражение. Во, офигенная штуковина. Легкий, как пушинка. Я с этим гробом, блин, с ручкой. Сам просил, что просил? Да это понятно. О. И следующий. Надо серебром. Серебром вроде толще должна быть. Серебром. 24-й год. А! Опять советский. Итак. Да, 24-го года. А не 27-го? Не-е-е. Совет, да? Там уже ты увидел, что написано. Да, Любка, где я вижу. А, не 24-й или 25-й. Другого не было. Ценный какой? 25-й.
Ну тут ни хрена не видно, он окисленный. Мыли бы подержать. Он уж больно засратый. 5 копеек. Ну да. Окисленный. Надо отмачивать. На, ну, тебе везет на них. Да где вот тут раз копейку нашел? А это пятак. 5 копеек. 5 копеек. А как ты определился? Ну, мы уж видели. Не раз уж откапывали. Без очков просто. Нет, я знаю, что 5, может, 25-го. Ну, положи в мыло-то. Пусть лежит. Электролиз свой. А в электролиз. Так слушай, а пятаки делали из каких заготовок тогда получилось? Из царских пятаков. Из Николаевских. Из Николаевских. Я так думаю. Вот. Дядя Витя, опять у нас повезло. Ой, у тебя скоро их погодовка будет. Сейчас, блин, где фокус? Фокус где? А какой год там? Сейчас. Что-то глазик. Сейчас я на камере посмотрю. Фокус, фокус, фокус. 819. Ага. Отлично. Да, у меня 24-й. Я говорю, скоро погодовку соберешь. Отлично. Ух, какое небо. Вот, напоследок вылетел. Когда-то был щитовичком. Вот. Идем пока на выход. День следующий. Продолжение. Вернулись сюда же. Убирают сено. Ну, скрутки. Продолжаем изучать данную землю. Раз. Ух ты, а он целенький. Угу. 32-го годику. Хрюка, а. Копеечка. Николаевского формата. Ладно, сегодня уже дохаживаем. Я здесь вообще не знаю, что за сигнал. Фольговый. Завтра прям на берег Волги полазить. Фольга. Скорее всего. Наверное. Сверху. Фольговый сигнал. А нифига. А что? А вот так вот. Вот. Просто кислый. Кислый, да? Угу. Окисленный страшно. Пушечка обломана. К сожалению, да. Такой вот. Делать нам нечего, походим тут. Вот где-то тогда, в предыдущих там. Видео, да, вон там. Мы поднимали Катин пятак и прочее. Вот пролески. Так. Пятачок. Год 30-й, да. Тучки натянуло. Как бы не начался дождь. Три копеечки. 36-й год. Так, следующий сигнал. Павел раз. Так светло. Да, сохранность, конечно, печальный. Даже Павел и тут. Ну да. Ну все, други, находились. Вылазки были, конечно, вот эти последние. Жесткие достаточно. В леса толком не залезешь. Везде лосиные вши. Ничего от них не помогает. Во. Фотка красивая. Сейчас прикрепим вот сюда. Ничего от них не помогает. Вот. Как раз сейчас этот баланс интересный между что-то косят, а что-то уже вспахали на грубую. Новое место пока что много находок не дало.
которое вот в этих двух последних видосах было. Ну, я думаю, оно даст просто с другой стороны. Просто зачастую за поселениями, как вот мы замечали много раз, с одной стороны была, допустим, там более советская сторона, она более глухая, да, то есть там больше советского мусора, с другой стороны более имперская. Может быть и так, ждем весны. Ну, естественно, пару обязательно залезем на саму поселуху. Шуров там был один, Виктор вроде как видел. Ну, это не помех. Вот. Мы не унываем. Все равно ходим, гуляем. Че мы сегодня нагуляли-то? Ой, ерунду вообще. 4,5 километра все прошли. Да, вот эти товарищи кусаются здорово. У меня в грудь сейчас садануло, раздуло. Кто знает, может быть, есть какой-то репеллент от этих лосиных мушек, вот этих вот, которые бегают вот так вот, бегают, крылышки отбрасывают. Вот, если кто знает, пишите в комментариях. За сим откланиваемся, ставьте пальцы, всем пока.